Европейский Союз будет продвигать украинскую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского среди стран, которые ее еще не поддержали. Такую инициативу обсуждали на неформальной встрече министров иностранных дел стран, входящих в Европейский Союз, которая прошла в испанском Толедо. Но это была не единственная тема. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал осеннее дипломатическое контрнаступление. Будет много важных решений, которые Украина и Европейский Союз сделают реальностью до декабря. Я думаю, что мы можем говорить о дипломатическом контрнаступлении, которое мы планируем, потому что у европейских министров есть энергия, есть воля и есть понимание, что и как следует делать. В планах Украины до конца года начать переговоры о вступлении в Европейский Союз, координировать с Европейским Союзом работу со странами Азии, Африки и Южной Америки, укреплять механизм «Зерно из Украины», с помощью которого поставлять зерно как гуманитарную помощь для азиатских и африканских стран. Украина представила и свой альтернативный план поставок зерна на случай, если Россия продолжит блокаду украинских портов. Мы знаем, что будет встреча президентов Эрдогана и Путина. И это практически последний шанс, чтобы увидеть, как Россия возвращается в зерновую инициативу. Но как параллельный трек мы разработали наш альтернативный морской маршрут, когда суда покидают украинские порты и почти сразу же попадают в территориальные воды Румынии. Также министр иностранных дел Украины говорил о необходимости увеличить поставки боеприпасов, бронированной техники и призвал страны, которые еще не приняли решение о предоставлении Украине самолетов F-16, сделать это как можно быстрее. Присоединиться к Нидерландам, Дании и Норвегии во вкладе в авиационную коалицию не только тренировками, но и самолетами. Кулеба ответил на критику скорости наступления украинской армии со стороны некоторых политиков. Критика медленного продвижения контрнаступления равна плевку в лицо украинским солдатам, которые жертвуют своей жизнью каждый день, продвигаясь вперед и освобождая 1 километр украинской земли за другим. Я бы рекомендовал всем критикам замолчать, приехать в Украину и попытаться освободить 1 квадратный сантиметр самостоятельно. В Европейском Союзе позитивно оценили форум мира, который в начале августа по инициативе Украины прошел в Джидде в Саудовской Аравии. Туда приехали представители 42 государств. Также европейские дипломаты считают, что отказ от зерновой инициативы приведет к дальнейшей международной изоляции России. Встреча в Саудовской Аравии была без сомнения успехом. Принимая во внимание количество стран-участников, я думаю, что на международном уровне Россия все более изолирована. То, что Путин не хочет обновлять план по экспорту зерна из Украины, безусловно, ослабляет позиции России, потому что люди начинают понимать, что проблемы с продовольствием в мире созданы не нашими санкциями, а отношением России, которая не дает экспортировать украинское зерно. Пока министры иностранных дел Европейского Союза встречались в Испании, в Европарламенте в Брюсселе еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский представил свой план поддержки экспорта украинского зерна, пока черноморский маршрут небезопасен. Он предложил выделить Украине субсидии на 600 миллионов евро для поддержки экспортеров зерна. Транспортировка сухопутными маршрутами удорожает его стоимость и делает неконкурентным. Поэтому Войцеховский предложил субсидии в размере 30 евро на каждую тонну из расчета экспорта в 20 миллионов тонн. Украинское правительство будет решать, кто получит поддержку, но это должна быть поддержка для компаний, которые экспортируют зерно из Украины за пределы Европы. В осенний дипломатический и политический сезон еврочиновники входят с поддержкой украинской формулы мира и конкретным планом по поддержке украинского экспорта зерна. Виталий Сизов, Руслан Кузьгов из Брюсселя для телеканала Freedom.